Партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. А ТВ Михайлович, говорим о погоде на 1 сентября, начало учебного года. Официальный партнер прогноза погоды – Республиканский центр медицинской профилактики Минздрава Бурятии. По республике продолжится вынос тепла, ночью погода без осадков, в дневные часы очень теплая погода, кратковременный дождь, пройдет местами по северу и юго-западу. Возможны грозы, утром при прояснении туман, ветер ночью слабый, днем перемены 5-10 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха, северные районы ночью 8-13, по северо-востоку холоднее, плюс 3, днем 23-29. В центральных районах ночью также 9-14, днем 27-32. Однако жарко. В южных районах ночью 10-15, по юго-западу местами до плюс 4, днем 27-32. Наша любимая столица без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 30-32. Лето продолжается. Атмосферное давление будет слабо падать до 711 миллиметров ртутного столба. Мы не можем изменить наш возраст и наследственную предрасположенность к сахарному диабету, но мы можем поменять образ жизни и снизить риск его развития. Для этого приводим вес тела в норму, активно двигаемся, питаемся здоровой пищей, развиваем стрессоустойчивость, то есть относимся к жизни позитивно. Нормальный уровень сахара в крови меньше 5,5 ммоль на литр.